Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Погляди. 14 золота у нее. Оленья шкура нам может быть понадобится для настенных украшений. Славного денька. О, но это вам убежище бандитов, чистых родников. Кому от этого плохо? Только. Ярл же не может съесть всех оленей в округе. А он пытается. Еще казнить.